Здравствуйте, товарищи! Мы начинаем сегодня третье занятие кружка любителей гегельской диалектики. И хочу для тех, кто, ну, еще, не, так сказать, не, может быть, не вошел, или входит, или будет входить, или кто является нашим, так сказать, удаленным участником, а у нас основная масса участников удаленные, так что не ковид к этому привел, а желание изучать диалектику привело к тому, что у нас все время было так примерно 1500 просмотров и более, и у нас много очень товарищей изучают наукологию, смотрят этот кружок, обсуждают, ну и понимают, что это большое дело, во-первых, потому что редко кто сможет это провести, тут уж ничего не поделаешь. Трудная, оказывается, наука эта, трудная для понимания, для восприятия, с одной стороны. А с другой стороны, она настолько важная, что она обеспечивает успехи во всех делах. Почему? Ну, как вот говорил Ломоносов про математику, математику уже затем изучать нужно, что она ум в порядок приводит. Но она приводит в какой ум? В формальный порядок. Да, да, нет, нет. А вот диалектический порядок ум приводит только науку логики. Ничего больше этого, лучше этого нету. И, как вы понимаете, хотя мы очень высоко ценим и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и других товарищей, но нет другого произведения, в котором бы излагалась наука логики. И даже если мы вот критикуем построения какие-то с материалистической точки зрения, но другого произведения, в котором бы излагалась диалектика, просто нет. Не в том смысле, что нет произведения, где бы не говорилось про диалектику. Ну, тут просто уже плюнуть некуда будет, чтобы не попасть в какую-нибудь работу, посвященную диалектика того, диалектика сего. И, как правило, там никакой диалектики нет. А вот что касается, на самом деле, вот, того, что можно взять за руководство по диалектике, то вот Энгельс говорил, что единственный компендий диалектики – компендии, то есть единственное средоточие диалектики имеется в науке логики Гегеля. И поэтому не так тоже Ленин ставил вопрос, что, дескать, вы выбросите для Гегеля, он идеалист. Он говорил, это вот в этой книге «Идеалисты Гегеля» больше всего материализма и меньше всего идеализма. Ну и мы с вами определили, где материализм, где идеализм, довольно легко. Вот в первых двух томах там просто читай материалистическое, да больше ничего не надо. А вот в третьей книге, то есть во втором томе субъективность, мы взяли для изучения, сначала мы просто шли в том же порядке, как было, как написано у Гегеля, и мы это сделали. Вот, а теперь мы подошли по-другому. Мы критически посмотрели на то, что заканчивается вторая книга или первый том учения «Объективная логика». Чем заканчивается? Заканчивается субстанцией, да? То есть вообще заканчивается сущностью. Мы же сущность рассматривали, учение о сущности. Поэтому учение о сущности относится к сознанию или к бытию? Бытию. Бытию. То есть к материи, к глубине. Это более глубокое понимание бытия. Правильно? То есть через бытие, так, чтобы через бытие просвечивала сущность. Вот теперь мы получили более глубокое понимание бытия после того, как мы изучили объективную логику. А теперь встал вопрос о субъективной логике. Ну вот как принято вообще в науке называть? Раздел или главу, или книгу? Ну, если мы пишем субъективную логику, или с нее пойдет разговор, или к ней придет. Правильно? Значит, вот у Гегеля так получилось, что он начал с субъективного. А мы, в соответствии с материалистической трактовкой диалектики, понимаем, что надо начинать с того, на чем остановился Гегель
первой книги. Раз остановился на объективном, надо с объективного и начинать. А если начинать с объективного, то, следовательно, соответственно, надо построить план такой изучения, о котором мы с вами договорились, что мы будем сначала будем изучать, ну, всякие предисловия мы договорились изучить, и мы с вами почитали, и особенно интересный раздел о понятии вообще. А потом идет первый отдел объективность, второй отдел субъективность, и третий – идея. Почему идея третьим является к объективности и субъективности? Ну, потому что идея возникает у субъекта. Это у Гегеля идея есть, она как бы сама по себе. Но так вообще она возникает у субъекта. У него она фактически так и возникает. Даже если вы посмотрите по плану. Несмотря на то, что он начало поставил субъективность, все равно она возникает у него потом, когда уже пройдена и телеология и так далее. И вот мы рассматриваем, сейчас рассматриваем, будем рассматривать уже первый отдел на сегодняшнем третьем занятии. Третий отдел – объективность. Он состоит из трех глав, которые мы будем рассматривать. Механизм, химизм и жизнь. Ничего мы тут не собираемся переставлять в этом разделе. В разделе объективности. Во втором отделе – субъективность, которая, как вы понимаете, может появиться тогда, когда появляются субъекты. Субъекты должны быть для этого живыми. Поэтому они, этот вопрос о субъективности появляется после жизни, а не до жизни. Но у идеалистов до вашей жизни уже есть идея. И тогда, конечно, это появляется. Хотя, как вы понимаете, в реальной жизни бывает так, что задумали родители ребенка, и вот он и появился. Чем? Так что такие моменты в жизни нашей бывают. Но это не относится к общей логике общественного развития. Второй отдел будет субъективность, и третий отдел – идея. И вот, соответственно, туда мы поставили телеологию, которая там запуталась, совсем не туда попала, куда надо. Потом идея познания, абсолютная идея. И тогда заканчивается третий отдел – триады. Ну, а сегодня мы приступаем к изучению объективности. И первая глава – механизм, но у него перед этой первой главой механизм есть об этом разговор, об этом механизме. Мы его не можем не заметить и не можем пропустить. Это страница 129. С чего начинается? Итак, во-первых, объективность выступает в своей непосредственности момента, который в силу тотального характера всех моментов в своем самостоятельном безразличии друг к другу существуют как-то объекты вне друг друга. Где вы такое видите, объекты вне друг друга? В бытии. А? В бытии. Не, ну сейчас увидим, вот выйдете, посмотрите на небо и увидите объекты вне друг друга. Это небесная механика. Чистой воды. Объекты друг вне друг друга. Вот если, потому что если вы возьмете общество или животных, тут они связаны, виды, рода и так далее. А тут вот объекты вне друг друга. Вот Земля вне Солнца. А Солнце вне Земли. И Луна вне Земли. Там и Марс, и Юпитер, и все другие планеты. И все галактики, они двигаются. Какое-то движение? Механическое. Механическое движение. А какое самое простое движение из всех видов движения, которые нам с вами известны? Механическое есть. Правильно, есть механическое, потом можно считать там переходное физическое, переходное к химическому, химическое движение, потом биологическое и дальше высшая общественная форма движения материи. Вот и все. Но если Гегель начинает с механического, так вообще надо материалистически подходить? С механики надо подходить? С какой? Ну, с небесной. Почему с небесной? Потому что все остальные механизмы сконструированы, и как-то все время получаешь то ли трактор, то ли какое-то сверло механическое, то ли еще что-нибудь. А вот то, к чему рука человеческая не притравилась,
и долго еще не будет притрагиваться, это к движению механизма. У нас пока задача притянуть сюда Луну, пока еще не стоит. Ну, как вы понимаете, до этого может дело дойти. Сюда или туда, или подкорректировать. Так вот, во-первых, объективность выступает в своей непосредственности. Что такое непосредственность? Непосредственность от какого слова? Средство. Нет никаких, никакого средства нет, ничем не опосредственно. Вот выходите и смотрите. И смотрели люди на звезды, и видели, как они двигаются. Только они не знали еще, что есть отдельно планеты, и не различали их. Оказывается, очень яркие звезды – это планеты, а вроде менее яркие звезды. Потом оказалось, что вот некоторые звезды ярче светят, чем некоторые планеты. Постепенно начали это все изучать. Но мы сейчас не об изучении говорим, а мы сейчас говорим, как выступает. Он же говорит, как выступает объективность. Ну как выступает материя? Мы уже с вами говорили, что Гегель тогда, так сказать, материя и слово употребляет в своих проявлениях. Ну как проявляет себя прежде всего материя? В виде вот тех самых тел, которые образуют Вселенную. Правильно? Вот эти все тела, которые образуют Вселенную, это в таком виде и выступает объективность. Ну вот под словом объективность мы можем понимать материю совершенно спокойно. Правильно? Это же объективность. Никаких субъектов тут нету, и даже разговора о них нет. Единственные субъекты, которые есть, которые это изучают. Но от этих изучающих субъектов эти объекты совершенно не зависят. Вряд ли от занятий нашего кружка зависит движение планеты Нептун или Плутон. Но если кто обнаружит, что зависит, вот первые сведения получит Валерий Александрович. Ему сообщат, что там появились у нас на планете Нептун члены кружка. И некоторые просят записать их в Красный университет. Так. Объективность выступает в своей непосредственности, моменты которой в силу тотального характера всех моментов. Что такое тотальное? Вот этих всех пугает этим словом? Полный. А? Полный. Что-что? Ну, полный. Тотальный. Полный. Ну да, в полноте. Если взять в полноте, тотальный. Целое. Total. Целое. В переводе, в буквальном переводе. А как всеобщее тоже можно? Ну, можно, но это не всеобщее, как бы это всеобщая характеристика. А это вообще все целое. Total. Вот у нас кружок total, тотальный. Кружок. Все в него мы входим. Он тотальный. Поэтому у нас в кружке царит тоталитаризм. Полный. Почему тоталитаризм? Ну, потому что мы исходим из целого, а не из того, чтобы вырвали кого-нибудь, и все. Да? Если вы член кружка, значит, вы целое представляете только себя. Целое. Видишь, вот не собьешь его здоровье. Сколько я пытаюсь его сбить, но иногда бывает такие, но это редкий случай, а так? Вы что-то целое представляете или какой-то вы ничтожный осколок от чего-то разбитого? Вот. Так что это очень хорошее дело и правильное дело – научиться правильно употреблять понятия. Хотя нас этими понятиями и запугивают некоторые деятели, там, стращают. Вот был, говорит, в СССР был тоталитаризм. То есть, если уж лечили, то всех, а не только тех, у кого есть деньги или кто в городе живет. А если уж, опять-таки, зарплату, так всем платили, а не некоторым. А если у нас, значит, это касается каких-то прав, так они тоже ко всем относятся. Так что, да, говорят, да, конечно, было такое общество тоталитаризма. Все отдыхали. А сейчас одни отдыхают, а другие на них работают. А тут точно нет тоталитаризма. Это уже не тотал, не целое. Так, во-первых, объективность выступает в своей непосредственности. Моменты, которые в силу тотального характера всех моментов, в своем самостоятельном безразличии друг к другу, существуют как объекты вне друг друга. В самостоятельном безразличии друг к другу. Ну вот я несколько раз это читаю, несколько раз повторяю. И я очень бы всем советовал не спешить тут бежать, потому что он излагает по существу весь вопрос о механизме.
Надо понять, что такое что механическое. Вот это вот к механизму относится? Нет. Почему? А потому что оно вот связано вот с этой камерой. Они просто самостоятельно друг от друга независящие, так, в пространстве. Вот микрофон, а вот там отдельно камера, а там где-то есть Тюленев, который, значит, получит тоже. Все-таки он получит, я думаю, от Степана Степановича. Вот уже он запись получит. И потом, чтобы это было для всех тотальным, то есть он должен будет выпустить в эфир на канале Фонда Рабочей Академии. То есть тут вот длинная дорога, и все связано. А так получается, что вроде как раз вот там видимость такая, что вот выступает, все смотрят кружок, и так кружок прямо идет. Прям так он сразу идет. Еще вот такая работа впереди большая предстоит для того, чтобы как-то вот появилось, но оно как бы в этом смысле появляется навсегда. Ну как оно уже теперь никуда не пропадет? Навечно, так хоть это будет. Так. Как объекты друг вне друг друга. А дальше вот он протягивает все свое, то, что у него первое было субъективизм, пишет, а в своем отношении друг к другу обладает субъективным единством понятия, лишь в смысле внутреннего или, иначе говоря, внешнего единства. То есть ничем они тут не обладают, ничего тут его не получается протянуть. Что значит обладает субъективным единством понятия лишь в смысле внутреннего или, иначе говоря, внешнего единства? Ну, если внешнее единство, то это никакого единства тут и нету, вроде бы. Это механизм. Но так как в нем, во-вторых, обратите внимание, это вот первое, что мы увидели, так? И это правильно. То есть как, когда вы первый раз кидаете свой взор, научный взор или взгляд на тот мир, в котором мы живем, на материю, то сначала вы видите друг вне друга существующие объекты. Правильно? Правильно. Это Гегель сказал. Но так как в нем, во-вторых, это единство оказывается имманентным законом самих объектов, то их отношение становится их своеобразным, основанным на их законе, различием и таким соотношением, и так далее. Он уже побежал вперед к химизму. Ну вот мы будем с вами разбирать механизмы и обнаружим, что вот среди всех этих объектов, которые представляют собой вроде внешние, существующие друг от друга, есть разные тела. И они между собой взаимодействуют, хотя они и внешние. А почему внешние? Потому что Гегель говорит, а что такое, если вы о чем-то говорите как о внешнем? Значит, вы говорите о внутреннем. Но внешнее – это не внутреннее. А как вы еще что-то скажете про внешнее? А внутреннее что? Это не внешнее. Невозможно сказать про внешнее без внутреннего. Невозможно сказать про внутреннее без внешнего. Значит, есть какой-то внутренний закон, или там мы увидим, что есть центр. И действительно, если мы обратимся к небесной механике, при том скудном образовании в астрономии, которое, не знаю, как у вас, и у меня это исчерпывается одним семестром курса астрономии на математико-механическом факультете. Но мы все знаем, тем не менее, что у нас есть центр нашей Солнечной системы. И все знают, что является центром Солнечной системы, товарищ Фурса. Солнце. Ну да и все. Ничего тут не знаю. Все. Вот и мы раскопали. Значит, все вроде внешнее, 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 но все это двигается. Вокруг. Да, вокруг. Значит, выясняется, что оказывается центром Луны что является? Центром, вокруг которого вращается Луна. Не знаю. Не знаете? Вот, да, вот Татьяна Валерьевна знает. Скажите ему, Татьяна Валерьевна. Пусть ему будет стыдно. Нет, мы его уже зафиксировали, что он не знает. Теперь же не отмоешься. Запись пошла. Запись ушла уже. Обратного хода нет. То есть, оказывается, есть центр Земля, вокруг которого вращается Луна. Мы даже знаем, что значит вращается. Она двигается как бы вдоль Земли. Но она с такой же скоростью, она падает же на Землю, но при этом она с такой скоростью двигается, что она все время падает, 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 и так вот она и падает.
В этом смысле, так сказать, запуска спутников, что ты его сначала так запускаешь, бросишь камень, ну так полетит. А вы с большей скоростью, ну так полетит. А вы вот вокруг Земли так, такой скоростью, с первой космической скоростью бросите, он так полетит и будет падать, падать, падать. И с такой скоростью, с какой он падает, с такой же скоростью он пролетает это место падения и все время будет вращаться. А он же никогда не... А что он неподвижное было вообще? Поэтому никогда не было ничего неподвижного. Всегда это... Все эти объекты, о которых мы говорим, они все в движении. Если это понимать, то тогда не может быть простого, что-то, что-то висело, под ним что-то стояло, и то, что висело, упало на то, что стояло. Это если у вас чашка упала. Она, между прочим, у вас из рук упала. Не надо рассказывать про Вселенную и про другие причины. Мы знаем, кто разбил чашку. Тут без человека не обошлось. Или кошка. А то, говорят, мышка бежала, хвостиком махнула. Мышка-то ладно, а вот кошка, если махнет хвостиком, то ни одна чашка разобьется. Так. Дальше. Ну, мы с вами знаем, что все так называемые планеты, небесные тела, а сейчас мы говорим о чем? О небесной механике. Ну, что значит небесная? Она такая же и земная, потому что Земля-то она в это все включена. Поэтому ничего такого. Небесная только в том смысле, что мы обычно поднимаем голову. А что вы ее можете опустить ее на Землю? Земля точно таким же небесным телом является. Ничем не хуже, чем Марс. И ничем не лучше, чем Нептун в этом смысле. Нет, но он для нас лучше. А? Для людей лучше, в теплее хотя бы. А вы выше должны подняться, Марс. Как староста кружка по диалектике. Вам это все. Может, перебираться придется с этой земли. Там запасные аэродромы есть. Еще неизвестно. Бедные и несчастные жители будущего коммунистического общества. Он разовьется. Народу-то все больше. Так же не будут так умирать, как сейчас умирают при капитализме. Это капиталисты приготовили, что рождается меньше, чем помирает. Ведь коммунисты так не могут, и будет все больше людей, так что вопрос о переезде на другие планеты его еще Циолковский поставил, так что он стоит в перспективе. Ну, нас это не сильно затронет. Не сильно. Ну, некоторые уже все постоянно живут вне Земли. Космонавты же там же теперь на постоянной основе. И все рассказывали про самую крупную страну, значит, в промышленном отношении Соединенные Штаты Америки, а катаются все на наших станциях. Правильно? Они мы на их станциях катаемся. Ну, мы с вами знаем, что центром нашей Вселенной является... Нет, простите, не Вселенной, нашей системой. Солнечной системой является Солнце. Это, собственно говоря... Есть и центр Вселенной. А? Есть и центр Вселенной. Да. Где там? Мы не знаем насчет центра Вселенной. Наверное, есть. Наверное, есть. Но судя по тому, что говорил Гегель, может и есть, это разные. Вот есть центр галактики. Вот. Да. Но это, так сказать, далеко нас уведет. Вот в те вопросы, в которых мы, я не думаю, так сильно разбираемся, поскольку все это от нас далеко в буквальном смысле слова. Не только в теоретическом смысле, но и в практическом. Но очень близко, потому что мы на них, на все можем посмотреть. Никто нам не мешает на них посмотреть, и непосредственно на небо, и непосредственно через всякие, так сказать, аппараты, и пойти в планетарий, и нам расскажут, и докажут, и подскажут. А астрологи это используют для собирания денег. Они заодно скажут, что вот сейчас планеты так стоят, что если дадите 5 тысяч, получите 5 миллионов. Но не сразу. А 5 тысяч сразу надо дать. Так что, а что такое этот центр? Центр – это некий их закон, вокруг которого они, так сказать, вот он их, они вращаются, это закономерно. То есть мы сразу видим, что с одной стороны, вот, когда они перед нами только выступают, эти объекты, вот, объективность выступает в своей непосредственности, моменты которой безразличны друг к другу, а потом, оказывается, не так уж и безразличны, поскольку все планеты… Вот Солнечная система вращается вокруг Солнца.
И солнце не безразлично, и мы с вами не безразличны к солнцу, потому что если бы там не было этих страшных ядерных реакций, которые обеспечивают энергией и светом, и теплом нас, то не было бы жизни на Земле, если бы не было этих ужасных и страшных реакций, которые проходят на солнце. Главное, чтобы они не близко, это солнце было, и пусть оно, солнышко, светит доброе. Ну, точно так же, как и ядерный реактор. Если ядерная реакция, она замкнута там, в определенную оболочку где-то замкнута, и пусть она греется. Греет она посредством выработки электричества. Вот. И все это вот подпадает под понятие механизм. И это вот такие страшные вещи, глубинные, огромные. Почему-то все время люди темные, особенно стоящие на государственных постах или присутствующие в области науки, особенно экономической, они все время говорят о хозяйственном механизме. А какой смысл вот высказывания о механизме? Вот механизм действия законов стоимости, когда говорят, это что? Это значит полная безголовость. Механизм. Это внешние, все товаропроизводители внешние друг к другу. Я вот не буду спрашивать у Валерия Александровича, по какой цене продавать свою картошку. Какую хочу, по такой буду продавать. А те люди, которые у меня будут покупать, я потенциально думал, поэтому я сказал, мы у вас не собираемся покупать по такой цене и не будем. И поэтому по какой цене я продам? И продам ли вообще, это решает этот вот механизм спроса и предложения, механизм действия закона в товарном хозяйстве. А товарное хозяйство, такое хозяйство, в котором все производители материальных благ являются товаропроизводителями, то есть они внешние друг по отношению к другу, и никакого центра нету, такого как солнце, такого солнца, как был бы, скажем, государственный какой-то, государственная монополия, которая вот... Ну вот как сейчас в Китае есть государственный, 60% уже государственный сектор, а вся эта капиталистическая периферия, вся с этим связана, тем, что они получают заказы. И, между прочим, светит это солнце таким образом, что на каждом капиталистическом предприятии есть партийная ячейка КПК, и она не мешает производить, только она мешает прекратить производство и затормозить. А так это вы сами все решаете. Если вы будете развивать производство. Не надо только его рушить, а так не получится. Ну вот слово «механизм» к этому, когда кто-то что-то какой-то хочет сделать, мы хотим сделать механизм вот этого, когда это применительно к общественным делам, это вот люди делают или безголовые, или хотят сделать что-то безголовое. Ну вот, например, у нас как формулировались задачи в развитии социалистической экономики? У нас существовала система государственного планового централизованного управления. Государственного планового централизованного управления экономикой. Это централизовано, а не центрального. Не все в центре решалось. Что такое централизовано? Ну, что-то решается в центре, потом это все разукрупняется. И, естественно, непосредственные производители решают другие вопросы самостоятельно. Тем не менее, когда вы возьмете литературу по критике социализма, там везде центрально управляемое хозяйство. Вот они и так изображают центральное управление. Не централизованное, а центрально управляемое. Так что вот человек, который это вот читает, или тот, кто читает эту вот критику, он видит, что это вот связанные вещи. То есть нам нужно твердо знать, что такое понятие механизм. Потому что такое... стихийное рыночное хозяйство. Это самое безголовое хозяйство, которое только можно себе представить. Безголовое. То есть вы можете думать о чем угодно насчет своего товара, а что получится, это зависит не от вас, а от стихии рынка. А действие закона стоимости, оно, вот как закон, оно только их приводит к общей мере, к стоимости, к затратам труда на их производство. И то это только в такой экономике, в котором есть, так сказать, отдельные товаропроизводители, еще не развитые. А если это уже капиталистическое товарное хозяйство, то там уже идет продажа. Вовсе не по стоимости. Никакой там продажи по стоимости нету.
И движения вокруг стоимости нету. А там законом цен, что является в капиталистической экономике? Какой закон? Монополия. Нет. Это вы сразу вперед пошли. Еще дальше. По каким ценам? Третий том «Капитала». Кто читал? Цены производства. А? Цены производства. Цены производства – это не в буквальном смысле цены, которые… Еще это цены производства – это центры колебаний фактических цен, рыночных цен. Центр, цены производства. Формула цены производства какая? Издержки производства плюс средняя прибыль. Вот видите, у нас тут Шаусов, потом Кучев, это люди одежные. Спросил, они ответили. Издержки производства плюс средняя прибыль. Поэтому в чем смысл вот этого принципа? А в том, что неважно, куда ты вкладываешь. Домны или носки мужские, или лодки я предложу. Это не имеет никакого значения. Вот я на вложенный капитал должен получить? Прибыль. Да, такую же прибыль. Одинаковую прибыль, одинаковый процент прибыли на вложенный капитал. До тех пор будет переливаться. Но это понятно, почему так получается. То есть, если я получаю меньше, я из этой отрасли уйду. А если я получать там буду больше, я в ту отрасль приду. И приходит до тех пор, пока не понизится цена до этого уровня. А и все продолжает по старой памяти приходить, поэтому оно проскочит. И уже теперь в этой отрасли меньше получает, по меньшей норме прибыли получает на вложенный капитал, чем в других местах. Поэтому отсюда начинает утекать. И так это все колышется, пока не приходят вот уже люди такие, как вы, которые, так сказать, смотрят дальше вперед. То есть есть монополисты, которые очень просто считают, да, это все правильно, все, да, это все колеблется. Вот. Но мы установим монопольную цену, она не будет колебаться. Почему? А потому что у нас нет уже этих конкурентов. Даже если у вас 40% не помимо этой монополии, ну вот мы, если 60% по этой цене будем продавать, то там мы определим. Поэтому монопольная цена, еще она отодвигается от цены производства и представляет некоторый другой принцип, уже не механический. Вот цена производства еще механический принцип совершенно. Почему? Потому что, ну, если здесь меньше я получаю на вложенный капитал, я отсюда уйду. Если я больше там получу, я туда приду. Тут нет ничего проходящего через голову. Тут понятное дело, что я должен, если я и капиталист, то мне-то какая разница, куда вкладывать. Мне важно, чтобы получить на эту прибыль, на этот вложенный капитал прибыль. И поэтому я буду вкладывать туда, где сейчас я больше получу. А раз туда будут люди приходить, они будут цену понижать. А когда будут уходить, они будут цену повышать. И так это все время дышит, колеблется. И это стихия рынка, но уже рынка капиталистического. И это стихия рынка чисто механическая. Вот вам механическая. Вот это хозяйственный механизм в чистом виде. Вам нравится такое? Развития нет, развития нет. Есть развитие там, не надо. Ну, до монополии и все. А вы говорили, нет, вот только что сказали, что нет, и тут же признались. Выдал сам себя. А что, вы знали, а говорили, что нет? Нас не собьет. Народ тут образованный сидит. То есть, если кто-то говорит, что надо создать механизм, применительно к общественным всяким делам, это человек говорит либо просто какую-то чушь, либо реакционную вещь. Но вот как надо было говорить применительно к развитию социалистического хозяйства? Надо обеспечить централизованное плановое управление народным хозяйством. А как его обеспечить? Если это централизованный и плановый, начинается это с чего? С головы. С идеей, с обдумыванием. А идея есть выражение интересов. Какого? Правящего класса, рабочего класса. То есть познание должно быть этих интересов. Формулировка в виде плана. Куда потащат этот проект плана? Сначала тащили на пленум Центрального комитета. Или на съезд. Если пятилетний план, то на съезд. Если это годовой план, на пленум, по крайней мере. И на нем рассматривают, а потом собирается сессия Верховного Совета. Верховный Совет рассматривали. И эта сессия должна собраться в декабре или лучше в ноябре?
Ну, еще в ноябре, потому что надо после этого начать разукрупнение. Я могу привести такие цифры, что на уровне правительства рассматривалось тысяча позиций номенклатуры. Тысяча всего. Вот. А на уровне отдельных министерств 17 тысяч. А дальше у вас есть исполкомы, там, местные органы экономического управления. И вы там решаете, будете вы в горошек выпускать эти рубашки, или в клеточку, или в цветочки. Это вы уже решаете и несите ответственность. Если вы выпустите все в горошек, ну, вас же и снимут с работы потом. Уже не механически, а еще и, возможно, и из партии исключат. Скажут, что вы такой безголовый. Это называлось авторитаризм. Вот. И поэтому во всяких документах были до контрреволюционных времен записи такого рода, что необходимо обеспечить совершенствование государственного планового централизованного управления народным хозяйством. А потом пришли такие, как Апанкин, наверх там, в советники в правительстве, уже говорили по-другому, что надо совершенствовать хозяйственный механизм. То есть уже головы не должно быть. Ну и поэтому, раз ее не должно быть, ее и убирали. И убрали комитет цен, госплан убрали. А где был госплан? Где он находился? Кто знает? Ну, смотри, это реально, это сейчас дома. Да, адрес, где? Где дом был? Нет, дома, где ваш план. А, да я говорю, что... Георгиевский проезд был, и вот это вот, значит, Георгиевский проезд, там новое здание, Георгиевский проезд, а вот это вот на Охотном ряду, вот это большое здание, это было здание Госплана СССР. То есть тут там люди решали и планировали, как улучшить жизнь людей, а теперь болтают. И болтают уже в двух зданиях, потому что вот Госплан расширялся, и там, значит, сделали вот такую, с этой стороны не видно с Охотного ряда, а вот с той стороны Георгиевский проезд. И там построили новое здание Госплана. Вот их соединили, и теперь эти оба здания заполнены говорильней. И все. Да вы даже знаете, что депутаты сплошь рядом и не ходят еще и на заседания. Дескать, за меня-то проголосуйте, и вы же знаете, что я с вами согласен. Вот вам и ключ, чтобы проголосовать. Вместо совершенствования государственного планового централизованного... Они не виноваты, нет этого государственного планового централизованного управления. Нечего и совершенствовать. Давайте совершенствовать хозяйственный механизм. А хозяйственный механизм легче всего совершенствовать, потому что его не надо совершенствовать, потому что он механизм. А раз механизм, он не ходит, не проходит через голову. Это все механически делается, без головы. Как вы собираетесь совершенствовать то, что не проходит через голову? Так что это очень, вот это наше рассмотрение очень важное, потому что оно большую роль в совершении контрреволюции играло. Людей уже привычили, там будем совершенствовать. И такие умники пишут сейчас в интернете. Надо придумать механизм улучшения вашей жизни, чтобы ваша жизнь улучшалась механически, не органически, не по содержанию, не по смыслу, а то где-то вот там встаешь утром, ну, будильник недостаточно механический, он просто звук, а лучше бы он сразу по голове, раз, и вы просыпаетесь. Если не проснетесь, то еще раз. Я уже уснул надолго. Вот, а? Я уже уснул надолго. Да? Жизнь стала лучше. Не, на работу надо идти. На работу. Чувствительно. Как вот такого механически вас одеть, это еще вопрос. Это надо большие механизмы придумать. Кормить механически это запросто. Туда вставлять, заливать. И так иногда вот были. Смотришь на какие сделали там столовые, там идет. Механически этот процесс идет. Двигаются подносы. И одно и то же. Хотя. Как вы знаете, в советское время уже это поедут люди в дом отдых, там можешь выбрать там 3 или 4 варианта. И вам предлагается завтрак заказать на обед. За обед заказать на ужин. Тут точно не механически. А что касается всяких салатов, то вы выберете и без ограничений их берите. Коммунизма еще нет, но салат, как при коммунизме, можете брать сколько хотите морковки.
Можете свеклы? Однажды у нас что-то плохо спланировали, и я живу около стадиона Светлана. Мало того, что у нас капуста была 5 копеек килограмм, и люди покупали ее, торговали, и потом, значит, засаливали. Так тут с Украины целый поезд пришел, и тогда большие КАМАЗы приходили, выгружали прямо на стадион, чтобы из окружающих домов люди подходили и забирали эту капусту, чтобы она не пропала. Вот какой механизм. Ну, сбой такой получился. Теперь сбоя нет. Посмотришь, можешь купить капусту. А если денег нет, можешь не купить. То есть это вот внимательно надо следить. Как только человек заговорил о том, что надо найти механизм чего? Механизм изучения науки логики надо найти. Механизм облегчения понимания изучения науки логики. И когда человек забывает, что он организм, что он выше механизма намного. Органическая целостность, она далеко уйдет, высоко. А механическая – это совершенно то, что вне, объекты вне друг друга. Что-то это вроде как в песне поется. Ты рядом со мной, дорогая, но все же далека от меня. Это про Венеру, про планету Венера. Про механические отношения. Так, ну вот. То есть вот дальше вот такой у него планчик рассмотрения. Но так как в нем, во-вторых, это единство оказывается имманентным законом самих объектов, законом, а не чем-то механическим, закон появляется. Тут, а закон имеется в виду не юридический закон, про который все тут все Думу принимают, а закон, что такое закон? Спокойное объявление. Спокойное объявление. Ну, знает, а в Думе не знают. А у нас все знают. Спроси, и все, нет вопросов. Так, ну так как в нем, во-вторых, это единство оказывается имманентным законом самих объектов, то их отношение становится их своеобразным, основанным на их законе, различием. И таким соотношением, в котором их определенная самостоятельность снимает с себя, это химизм. Химизм. Вот есть вот соль, она по своему закону действует, да? А хлор тоже по своему закону, и натрий по своему закону. Но натрий и хлор соединяются, и получается вполне съедобная вещь. Ну, не то чтобы самостоятельное блюдо, но блюдо, без которого, но вещь, без которой никакое блюдо не идет. Натрий, хлор. Хотя и натрий вам бы не на пользу пошел, а хлор, как известно, обвиняли почему-то Россию в том, что она применяет хлор в Сирии. Хотя Россия и Сирия ликвидировали свои запасы отравляющих веществ. И как только мы ликвидировали, тут же сразу Соединенные Штаты заявили, что а мы, вот, к сожалению, у нас так трудно с экономикой, что мы только в 22-23 году будем ликвидироваться. Вы видите, они неделю считали выборы свои. Да, это, у нас там выборы, это все тяжело. Да. Это известно. Я думаю, что если бы не механически подходили, бы поняли, что как только вы ликвидируете, поторопитесь, то сразу будут вас и обвинять. Значит, вы производите новичок. Ну, раз старое все ликвидировано, что вы производите? Это новое. Вот. Так вот, это химизм будет рассматриваться за механизмом. Правильно? Когда все зависит от того, от взаимодействия этих самых отдельных объектов. Они уже не являются внешними. В таком соединении натрий-хлор ни натрий не является, не есть отдельно существующий натрий, ни хлор. И поэтому свойства появляются совсем другие. А сода пищевая какую формулу имеет? Пищевая сода. Чего туда натолкали, каких элементов? Не надо. Не надо, это калийная сода, не надо это. Натрий CO2. Что там, водород есть, это точно. Мы все знаем,
Это я знаю, да. У меня, я чувствую, что я тут химик сильный. У меня второй степени диплом был в школе, городской олимпиады. Да, натрий-2-СО3, сода. Натрий-2-натрия, С, там уголь и три кислорода. А, то есть водорода как раз? Натрий-2-СО3. Водорода нету. Водород в воде, H2O. Я вот это единственное, что я помню. H2O, все. Я H2O не помню, говорит, С2, H5 и H3 я помню. Это более сложное, но я помню, а H2O уже не помню. Если выпить С2, H5 и H, то H2O уже помнить не будете. Ну вот... Гегель нас, так сказать, вот он и начинает, собственно говоря, по существу с небесной механики, потом переходит к химизму, когда самостоятельность отдельных объектов снимает себя, и они вступают в взаимодействие. Примерно так же, так сказать, Маяковский разъяснял в отношении партии. Единица – это ноль. Голос единицы – тоньше писка. Кто его услышит? Только жена, и то, если не на базаре, а близко. А партия – это кулак миллионопалый, из голосов сплетенный, тихих и тонких. От него лопается укрепление врага, как от барабанного боя перепонки. Это вам не механизм, это организм такой мощный. Вроде люди по отдельности их взять, обычные люди, а вместе их взять, как вот партию, совсем другое дело и другая сила. И могут руководить, могут уже направлять деятельность класса, борьбу. Могут организовывать революцию и так далее. Большое дело. Так, но это не химизм, это больше. Так, в-третьих, это существенное единство объектов. Именно поэтому положено как отличное от их самостоятельности, оно есть субъективное понятие, но положенное как само по себе относящееся к субъективности, как цель. Это телеология. И вот сюда третьим берет в план Гегель телеологию, а мы с вами договорились, что мы телеологию будем изучать не третьим здесь, а первым, в третьем отделе. Потому что, чтобы говорить о телеологии, значит, надо иметь в виду цель. А если вы будете говорить о цели, значит, надо иметь субъекта. И пока мы, да, субъекта не получим, мы никакой цели говорить не можем. Поэтому вот когда мы с понятиями разберемся, вот тогда в понятиях должна быть выражена идея, и тогда можно поставить цель. Правильно? А если она поставлена и в понятиях выражена, то можно ее реализовывать. Поэтому, а что тогда надо рассматривать? Ну, там вот дальше раз жизнь, потому что почему-то он эту жизнь куда-то запрятал. Потому что все-таки развитием жизни или в результате развития жизни на Земле появляется человек как? Как субъект, да? Как высшая форма развития материи. Вот. Человек есть животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И, соответственно, раз общественное, его надо не одного брать, а надо брать все общество. Он неотделим от общества, если это человек. Человек, отделенный от общества, он даже не становится человеком, если, скажем, попали дети до 5, Маугли до 5 лет прожили без общества человеческого, и они уже людьми стать не могут. Вот. Поэтому мы тут в этой части, вот в третьей книге «Науки и логики» мы вынуждены тут немножко Гегеля корректировать и поправлять. Ну, как бы он все равно главную нить, так сказать, он ведет. Он ведь начинает с простого, потом более сложный, да, механизм, химизм, телеология есть. Но если они не на месте стоят, только по одной причине. Если вы ко мне стали предъявлять претензии по поводу того, что у меня объективный идеализм, я сказал, ну так а что вы мне предъявляете претензии? Я же объективный идеалист. А вы что мне предъявляете претензии с позиции материализма? Вы мне
Предъявите претензии с позиции объективного идеализма. У вас есть к Гегелю претензии с этой точки? Нету. Ну и все. Ну вот сделал вот, давайте построим вот так с позиции объективного идеализма. И тогда выяснится, что достаточно выступления одного материалиста, которым оказался Фейербах, чтобы этот, такие серьезные люди, как Маркс и Энгельс, перевернулись и из стоящих на голове оказались стоящими на ногах. И из идеалистов, младогегельянцев, превратились в материалистов. Вот. То есть, можно, конечно, сказать, что они такие выдающиеся мыслители. Можно понять, что Гегель такой выдающийся мыслитель, что, чтобы уйти от его объективного идеализма, нужно было сделать один шаг. Он уже все подвел к этому. Маркс говорил, как я отношусь к Гегелю. Гегель мой учитель. Я до сих пор не понимаю выступления некоторых типа марксистов по поводу того, что Гегель идеалист, можно там мешать Гегеля материализму. Я до сих пор не понимаю, что чем он не угодил Гегель? Наверное, потому что много читать надо. Нет, понимать, читать они еще могут. Понимать надо еще. С этим уже туго. Не просто понимать, а материалистически понимать надо. А? Даже материалистически его понимать. Да хоть пусть хоть как-нибудь понимает. Во всяком случае, вот то, чем мы занимаемся, это постоянная тренировка своего мозга. Одни люди накачивают мышцы, другие накачивают еще что-нибудь, живот. А мы, значит, накачиваем, то есть тренируем мозг. Ну а какая еще есть? Что является большей тренировкой для мозга, чем наука логики? Вот тут вы уже ничего не найдете. «Капитал» тоже является большой тренировкой, но такой сложной книги. «Капитал» считается легким чтивом. По сравнению с этим? По сравнению с наукологией. Да, я вот как-то повез своих детей на лечение в деревню, на родину. И там, когда мне нужно было их усыпить, я их так усаживал и 10 минут им читал. Это гарантия. Очень прочно. Так что у кого там кто-то беспокойный, дети, берите, читайте. Проверено. Так. Ну вот, так что тут говорится о телеологии, но тут мы не пойдем. Мы можем констатировать, что фактически действительность, которая заканчивается, действительность, в которой есть эта самая инстанция, субстанция, вот это и есть по существу материя. И Гегель на самом деле вот в этом механизме уже пошел ее раскрывать. А потом он перейдет к химизму. Опять же материя. Опять же это материя. То есть он все продолжает раскрывать материю. То есть все-таки Гегель был человек образованный, в том числе стоял на уровне данных современной ему науки. И то, что было в науке сделано, он сюда включил и вобрал. Другое дело, что эти науки уже дальше пошли. Но вот, скажем, создание системы научной – это очень сложная проблема. Скажем, химии это удалось сделать благодаря Менделееву. И, как вы понимаете, химиков много, а Менделеев один. Система, периодическая система элементов Менделеева, она, так сказать, не навсегда, да? Я обратил особое внимание, просто внимание, что, например, на Западе не пишется, что вот эта таблица Менделеева. Там просто написано «периодическая таблица». А слово Менделеева там не пишется. Да, думаете, а у нас тут здорово, вот в Ленинграде. У нас есть Менделеевская линия, на которой находится главное здание университета Санкт-Петербургского государственного, раньше Ленинградского. На этой Менделеевской линии нет и не было памятника Менделееву. Есть музей в самом вот этом, в здании 12 коллегий, есть музей Менделеева, а памятника нет. А потом, чтобы и не было, поставили туда Ломоносова. Ну, потому что против Ломоносова уже не выйти выступать. Хороший памятник Ломоносову поставлен, но как-то уж второй теперь памятник, только если в другом конце, где... А поставили там памятник? Поставили к Менделееву, стоит памятник у технологического института, если вы...
по московскому. Проходите с левой стороны, там вот там сидит, сидит там около своей таблицы, он так, не особенно, незаметно. Вот и все. То есть вообще, надо сказать, такому великому человеку можно было бы поставить и не один памятник. Он делал чемоданы. Случайно под первую таблицу, потому что написано, ему приснилось. Водку. Это либо. Ну что ж, теперь давайте, значит, что мы констатируем. Вот еще не начав читать эту вот первую главу механизма, только вот обдумывая, с чем он к ней подходит, мы делаем вывод, что действительность, материя – это вот то, с чего начинает фактически Гегель. Начинает он с действительности, с материи, и то, что он, так сказать, тут замаскировал для начала в этих самых самостоятельных объектов друг вне друга, а потом центр появится, мы сейчас до него дойдем. Это, так сказать, по существу небесная механика. С чего и надо вообще, если мы рассматриваем материю, надо и взять ее с вот такого рассмотрения. Мы увидим тут слово и Вселенная тут есть, да, есть. И мир есть, и Вселенная, все есть у Гегеля. Но оно так запрятано, а то кто-нибудь придет и скажет, а что это у вас тут вы материализм разводите в Берлинском университете. Так, ну вот первая глава, механизм. Про объективность. Поскольку она, да, объективность есть возвратившееся в свое единство тотальность понятия, то этим положено некое непосредственное. Вот из всего этого мы можем зафиксировать. Насчет тотальности понятия мы обождем, раз у нас понятие должно потом появиться, а это непосредственное. Вот то, что есть непосредственно, это и есть материя. Как можно объяснить, что такое материя? Нельзя долго объяснять, если это материя. Как вы можете долго объяснять то, что само является первичным? Вот то, что есть, и есть материя. Непосредственное, вот и все. Весь разговор. Если вы мне книжки будете давать, там, это уже конкретная материя, или что-то еще передавать, или слова какие-то говорить, или отделять, так сказать, говорить о формах материи, о свойствах материи, все это, да, уже не то. Достаточно сказать того, что, ну как, материальность мира в его бытии, говорил Энгельс, и все. Если есть то, что есть, и есть материя. Не может быть сложного определения материи, если это простейшее понятие материализм. Которое само по себе есть указано, это тотальность, а также положено как таковая. Так, дальше. Различенные суть полные самостоятельные объекты, которые поэтому даже и в своем соотношении ведут себя по отношению друг к другу только как самостоятельные. Ну вот это как вот мы рассматриваем, так сказать, звезды и планеты, они так себя и ведут. Характер, механизм, да, и остаются во всяком соединении внешними друг к другу. Механизм есть внешнее соединение частей. Или когда люди начинают применять понятие механизма, надо создать механизм какой-нибудь деятельности или какое-нибудь улучшение, это безголовость. Они хотят безголовым путем что-нибудь улучшить. Но из этого еще никогда ни хорошего ничего не выходило. Характер механизма заключается в том, что какое бы соотношение ни имело место между теми, которые соединены, это соотношение есть чуждое им соотношение, не касающееся их природы. И хотя бы даже это соотношение было связано с видимостью некоторого единого, оно все же остается ничем иным, как сложением, смесью, кучей и так далее. И дальше он даже пример приводит, что если такие же явления в сознании, то это будет называться духовный механизм. Подобно материальному механизму, духовный механизм также состоит в том, что соотнесенные в духе моменты остаются внешними и по отношению друг к другу, и по отношению к нему самому. Механический способ представления. Сначала сюда посмотрите, теперь на меня посмотрите, теперь на меня не смотрите и так далее. Механическая память. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Механическая память. Привычка. А у меня привычка не учить. И что этим я сказал? Да ничего такого я не сказал. Привычка. Механический образ действия. Вот
Я наблюдаю постоянно, вас включишь эхо Москвы. Только кто-нибудь хочет сказать, это у них это что придумано? Это и так учат, что ли, дикторы? Заполняют паузы. Пока поймут. А у нас все вот мы как-то никак на уровень не выйдем. Хотя я тоже могу сказать, мифодический объект. Это профессионал из буддизма. Да это бескультурье. Бескультурные люди туда приходят. Их главное дело, так сказать, плевать историю Советского Союза и выступать против своей страны. Вот. Механический способ представления, механическая память, привычка, механический образ действия означает, что в том, что дух воспринимает или делает, не достает его своеобразного проникновения и присутствия. То есть, когда в голове не хватает того, что должно быть в голове, то тогда вот так механически такие вещи и происходят. Поэтому, когда начинает расписывать какой-нибудь хозяйственный механизм или еще какой-нибудь механизм, надо придумать механизм, который бы улучшил работу нашего кружка. Чтобы это было не благодаря нашему с вами действию, участию, обдумыванию, чтению, обсуждению, а механически. А вот вы придумали бы, Дмитрий Олегович, механизм улучшения работы нашего кружка. И мы приходим там, пум-пум-пум-пум, и все. Раз и стало все лучше. А вы не придумали. Не читать. На приборе проходишь, у тебя книжка висит, в голове хлоп. Механически. Прошел. Хлоп. Как бы тебя вдохновила она на изучение. Ой, Валерий, сделайте. Сделайте такой механизм. И уже тут будут сидеть так. Все будут пришибленные. Так. Хотя его теоретический или практический механизм не может иметь места без его самодеятельности, без некоторого стремления и сознания. Здесь, однако, отсутствует свобода индивидуальности. Свобода индивидуальности, то есть механически хотят все делать. И так как она тут не обнаруживается, то такое действие является чисто внешним. Вот не обратили внимания, там вот у нас моды такие проходят, вот когда люди выступают в эфире, они говорят, вот раз уже проходит мода такая, говорит, это история, про все говорит история. Была такая история, и рассказывают как раз то, что сейчас проходит. История, история, история. Потом сейчас это сходит, сейчас говорят повестка. То есть вроде люди там занимаются борьбой, войной, там, столкновением, противоположностью. Повестка, как бы все они сидят, и повестка. Так еще по повестке это могут быть же противоположные решения. Разве дело в повестке? Дайте мне любую повестку. А решение я буду принимать не то, которое обязательно в повестке. Или повестка вытесняет. Если у меня повестка посвящена тому, что не имеет никакого отношения к главному, то никогда на главное не выйдешь, правильно? То есть вот такие механические штампы, которые появляются в пропаганде. Механические, то есть не проходящие через голову. Ну вот, и поэтому он выходит на механический объект. Объект, во-первых, не различает себя на материю и форму, из которых первая была бы самостоятельным, всеобщим в объекте, а вторая – его особенностью, единичностью. Ничего он там не различает, объект. Все он объект может различать. Все, так сказать, делается сугубо механически. Такого абстрактного различия единичности и всеобщности в нем, согласно его понятию, не имеется. Если его рассматривают как материю, то его следует брать как самой себе оформленную материю. Подобным же образом ее можно определять как вещь, обладающую свойствами, как целое, состоящее из частей, как субстанцию, обладающую акциденциями. Ничего этого не делается. Поэтому вместо того богатства, которое вот Гегель уже нам представляет, никакое это богатство не берут, и вот это тощее, пустое, то есть вместо человека берется скелет, потому что скелет подходит под понятие механизм. Помните, вот он стоит в углу, и если его задеть, у него механические руки, да, колебаться, кивать. То есть вот это скелетообразное понимание, то есть он говорит о том, что когда вы что-то обдумываете, то вы должны понимать, на каком уровне рассмотрения вы это берете. Только на смотри, как механизм, если берете, то вы абстрагируетесь от его содержания и от всего более высокого. Значит, в наше время занятия
неумолимо механически двигается к концу. Вот. Поэтому смысл нашего с вами занятия этого состоит в том, чтобы утвердиться в том начале, рассмотрения материи, которую мы здесь берем. Уже материя как целого, не так, как просто какое-то бытие и все, а как такое, материя, которая взята уже как Вселенная, состоящая из объектов, как множество, как объективность. Материя, взятая как объективность. Вот, собственно говоря, чему мы посвятили сегодня свое рассмотрение, и будучи взятая как объективность, материя не должна сводиться только к механизму. И ее характеристика материи никак не должна сводиться к механизму. А дальше мы с вами будем вот рассматривать механический объект. Тут вот мы будем видеть то, что Ленин потом подчеркивает, что в том или ином пункте проскакивает идеализм Гегеля. Он проскакивает, но вообще, конечно, вот такая картина. Все равно речь пойдет о механический объект, потом механический процесс, затем формальный механический процесс, реальный механический процесс, продукт механического процесса, то есть абсолютный механизм. Там появляется центр. Центр. О нем мы с вами сегодня говорили. Он может появиться. Что когда вы все-таки этот механизм разбираете, не тот механизм, который вот кто-то что-то сделал, там может и центра никакого нет. Тут центр в голове, это телеология. Я придумал и сделал механизм. А те механизмы, которые есть в жизни, они не придуманные. Поэтому, вот, скажем, конечно, есть у каждой, у Солнца, например, центр Солнечной системы. У Вселенной тоже есть какие-то свой определенный центр и так далее, в галактиках и так далее. То есть даже буржуазного центра у них нет, получается? Кого? Ну, те, которые принимают законы, мы говорим про это. Почему это нет? Нет, как раз есть буржуазный центр, в Нью-Йорке сидеть. Он из двух состоит человек. Какого-то надо избрать, а неважно какого. Это уже чисто механически. Это не решает вопроса в принципе. Или этого, или республиканцев, или демократов. Кого-то надо избрать. А он будет что? Центром, головой? Головой какого класса буржуазии? Вот и все. И он главой класса буржуазии, и в мире он будет главой, в силу буржуазной главой. Потому что в мире, в буржуазной части мира, во главе, конечно, стоят Соединенные Штаты Америки. И формально это закреплено в НАТО. Кто? Руководитель. Кто руководит НАТО? Все страны НАТО, да? Нет, прямо. Америка. Приедет и начинает разговаривать. Чего мало платите? Чего мало? Мы все вам оружие подгоняем, а вы не платите. Платить надо начинать. Вот. Так что там не совсем так. То есть это там уже... Это только под понятие механизм не получается действие современной буржуазии. Нет. Это диктатура. Буржуазии, поэтому в том числе монополистического капитала она себя и проявляет. Так, вопрос. Следующее занятие. Следующее занятие через две недели. 24. Какое это число будет? 24. 24. Хорошее же число. Да. Вот мы тут чисто механически поступили, добавили две недели. Вот красота. С этим никаких проблем нет. Вот да, если бы там вы Гегеля изучали. Было бы здорово. Но тут приходится немножко читать и обдумывать. Спасибо за внимание.